Итак, я приехал в Монако. Сегодня только где-то 8 час утра. Разобрался наконец с парковками здесь. Оказывается, до часу бесплатно, а потом сразу ценник подскакивает конкретно. Сразу до 2 евро, буквально с евро до 2, это час 15, то есть от часу до час 15. Короче говоря, каждые 15 минут прибавление на евро полтора. Поэтому 2 часа уже будет стоить 7 евро, друзья, парковки. Ну а потом там каким центом уже прибавляется. В общем, основные деньги они с вас возьмут, как говорится, за первые 2 часа. Вот, поэтому я тут буду гулять частями. Часик один погуляю, то есть до часу, потом быстренько еду, сажусь в машину, уезжаю, потом опять заезжаю, потом опять погуляю. Вот так, в общем, чтобы так более-менее было, потому что прайс, конечно, здесь в Монако дорогой. Вот. Ну, на часу, видите, на часу можно бесплатно сходить. Вот такие красивые здесь бренды. Домики. Сказочно, в общем, так все интересненько. Крутые отели, отель Парис. Такой. Сегодня плюс 7, очень холодно. Приехал прогуляться, конечно. О, Cartier. Самые крутые бренды здесь. И мы идем к крутому казино. Cartier. Как сказали, здесь живут около 80% русскоязычных в Монако. В основном. Конечно, интересно, такая. По сути, русская деревня получается, Монако. Или русский городок. А нет, не деревня, а королевство, королевство. И вот основной, по-моему, такой самый крутой казино. Полиция стоит, все четко. Здесь никого нет еще. Раннее утро. Красивые местечки. Круто, машины паркуют, прям раз, заехал сюда. Нормально. Вот оно, крутое казино. Сейчас пока еще ничего не работает. Красота. Казино. Потом прогуляюсь. Пока вовне прогуляемся. Эти парковки. Утренний Монако. Прям в Таиланд попали. Как здесь красиво. В общем, здесь, друзья, парковки разных уровней, поэтому если где-то высоко поставили, вам не нужно тут будет больно спускаться там по лестницам. Они есть, но мало. В основном здесь везде лифты. Поэтому на лифтах вы спокойно спуститесь с любого уровня на любой уровень, и все будет нормально. Прям здесь в Таиланд попал буквально, в джунгли. Сейчас температура плюс 7 всего лишь. Сегодня у нас 4 апреля, но прохладненько. Я вот даже в шапочке иду, в общем-то. О, какие речки-то здесь прям. Спускается все красиво. Собачек гулять нельзя. Выгуливать, точнее говоря. Thank you.
Вот этот дивный сад. Красивый. За всем все ухаживают. Вот оно, казино. Вид отсюда. Все, конечно, в брендах. Плесь, плесь. Кто-то в масках ходит еще. Смотрите, масочный режим здесь еще. Везде бренды, бренды. Такие машины здесь популярные, такие классные, маленькие, как мотоциклы. Можно везде ткнуть ее, в любом месте. Но стоит она, конечно, недешево. Это машинка маленькая. Кафешечки перекусить. Только ценник такой. Ух, 3,50. Недешево. Спасибо. Тортик стоит недешево. В общем, здесь цены, наверное, еще подороже будут, чем во Франции. Вот, а во Франции дороже в два раза, чем в Италии. Поэтому так здесь интересно. Все достаточно дорого. Но зато как она без налогов здесь, Монако, все без налоговых пошлин. Ой, здания здесь красивые, с флагами стоят. Там как гоняюсь, самокатчики. Ну, пойдемте сюда прогуляемся. Еще мне осталось минут 20 до парковки. И надо будет машину перегнать в другое место, иначе сразу такс будут тикать. Каждые 15 минут по евро. До, по-моему, сколько там, до 2 часов. Потом ценник немножко убавляется. В каждом углу парковки. Вот я покажу ценник. Вот видите, здесь дорогая. Вот видите, 30 минут 4 евро уже, час 7,50, полтора часа 9 евро, ребят. Видите, какие покой прайс на парковке. Вон, до 21 евро. В общем, я там еще на какой-нибудь дешевый поставил. А здесь какая-то дорогая прям парковка. Видно, около самого центра. Поэтому тут разные парковки, друзья. Это уж прям больно, вообще дорогая, блин. 30 минут сколько-то вообще стоит, пипец просто. Без штанов останешься здесь. Поэтому надо искать. В общем, друзья, как приедете в Монако, ищите парковки, где там написано Грацио, как называется, Грациорас. Вот, в общем, час бесплатный.
Вот таких можно нормально погулять. А так, конечно, здесь ай-яй. Так, вот видите, здесь электрозаправки. А, вот обычная заправка интересная. Без людей, видно, можно заправиться. Вот газ, конечно, не заправишь пока. Вот электромобили. Заправочка такая. Удобненько все. Так интересно, они тут заправляются. А это даже не знаю, тоже какой-то электрический вид машин заправляются. Еще пока я даже сам еще не знаю, ребята, еще. У меня машина обычная, я пока газовую заправку еще даже не найду здесь около Монако. Вот, в Ницце знаю, а вот здесь пока еще даже не знаю, где газовые заправки есть. Так, ну, пойдемте прогуляемся. Никого пока еще нету. Ягуары. Отель Херме. Какой ягуарчик стоит. Видно, встречают гостей. На такой машинке классной. Ух, на ягуарчике. Здесь прям как в Москве, наверное. Крутые тачки одни. Вон какой стоит, красавчик. Вау. Друзья. Опа. Вау. А, Бентли, ребята, это Бентли. Бентли, такая символика. Супер. О, ребята, Мерседес стоит на украинских номерах, так скромненько. Мерседес такой с Украины, Монако. Так, 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 входы разные. Угу. И все. Пойдемте машину переставлять. Первый этап. Потом пойдем погулять в другую сторону немножко. Какая вилла, друзья, красивая вилла. Вау, вот уже солнышко встает потихонечку. Красота. Сегодня 4 апреля, еще раз говорю. И я думаю, через 2 недели уже здесь, а то через месяц, я думаю, здесь уже будет жара полная. Вот, это, считай, будет уже май. А пока здесь так, ну, уже тепло, по крайней мере. Уже днем хотя бы. Ну, в майке я пока ходил только пару дней всего лишь. А так сюда в кофточке хотя бы минимум. Посмотрим красивую марину. Если вообще до нее подойдем здесь. Думаю, как-то подойдем. Пока здесь не дойдешь. Флаги. Вот вид такой красивый. Здесь все огорожено. Спасибо. Здесь пропускает культурненько. И вот он, красивый порт. Такой вид у него красочный. Такие яхты стоят. Сейчас прогуляемся с правую площадочку. Что-то я не пойму, туда прям подойти-то нельзя, что ли? Так, сейчас разберемся, друзья. Самые красивые места закрыты, как я понимаю, здесь, чтобы не поближе подойти. Ага. Здесь везде эскалаторы спускаться, очень классно. А, вон здесь как сделано, видите, как здесь интересно. Здесь ходить нельзя.
какой-то балкончик, не знаю. Чего-то, друзья, такие вот здесь яхточки стоят. Красивые. Ближе не подойдешь, чтобы посмотреть их. Опа. Красота уже, солнышко. Так, так, и пойдемте чуть прогуляемся дальше. У нас еще минут на 10 есть. Сейчас работают эскалаторы. Как-то они сюда заезжают тоже на машинах. Монте-Карло. Вау. Так, вот здесь тоже вид. Вот видите, эти машинки популярные. Renault. Разные марки пускают. Какие маленькие. Та она какая, видите, там вообще ничего нету. Вот одно местечко. Здесь такое. И вот сзади еще можно, кстати, по-моему, даже ребенка посадить. Да-да-да, еще надо. Хотя где-то второго человека можно посадить. Или вещи какие-то положить, друзья. Видите, какая она маленькая. Такая маленькая жучка. Вон какая. Даже все с дворником. Классно. И вот здесь вид на море. Шикарный. На эти яхты. Вот кафе видно летнее. Порт. Въезд в Монако. Вот солнышко встает. Все. Пойдемте на парковочку, а то сейчас уже час будет. Надо выехать и заехать заново. В общем, до каких-то моментов здесь все бесплатно, а потом сразу начинаешь платить дорого. Так, я надеюсь, он вверх работает. Опа, нет, ребят, вот видите, вверх не работает. Только вниз работает. Здесь лучше наоборот работал. Вниз можно и спуститься. Тоже народ начинает ходить потихонечку. Такие маленькие остановки. Специально какие-то сделали вот эти, что машины есть, там уж народ видно попадает на дорогу, и здесь можно вполне вниз гулять. Сейчас вторым этапом туда сходим, пока здесь. Машину здесь гоняют, конечно. Отели разные. Как тут говорится, что много денег проиграл, там ночевка бесплатная в отеле.
Вот еще один паркинг. Сколько интересно, здесь прайс. Пока тут непонятно, где прайс. Ну ладно. Так, все перекрыто. Еще один переход, отлично. И все. Вот мы пришли. Ух ты, знаете, какие подземные туннельчики-то. Такие классные. Итак, друзья, сегодня зашел какой-то салон машин старых, интересных. Такие тут экспонаты стоят, крутые. К сожалению, стадикам не взял. Такие вот машинки здесь. Это мы в Монако. Точнее, я в Монако. Ух, какие. Интересные экспонаты. Тут на каждом квадратном метре что-нибудь стоит. Старые мерседесы. Порш. Феррари, что ли? Еще на номерах какие-то стоят. Вон как даже тут движочек все видно. Вот такие интересные тачки. Я прозрачный офис.